Проводка К1100ЛТ очень объемная и сложная из-за наличия АБС и множества систем. В нашем проекте мы решили избавиться от пластмассовых коробов и наружных проводов. Даже после того, как система АБС была полностью удалена, косы проводов, реле и блоки управления все еще занимали много места. Единственный способ избавиться от стандартной электрики – это установка цифрового блока управления MotoGadget M-Unit, который полностью заменяет блок предохранителей, все реле и контроллеры, а также минимизирует количество проводов. M-Unit соответствует европейскому стандарту безопасности и имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания, нарушения полярности, встрясок и воды. В нашем проекте он заменил огромный короб под сиденьем с кучей элементов и проводов. В комплект входит понятная схема подключения, высоковольтный провод и крепеж. Блок подключается к аккумулятору. Замок зажигания врезается в провод, соединяющий плюс и порт Lock-in. В данном случае я замкнул эти контакты, чтобы включить M-Unit, что соответствует повороту ключа в замке зажигания. M-Unit рассчитан на использование минималистичных кнопочных пультов MotoGadget. Один такой пульт полностью заменяет стандартный. Чтобы подключить поворотник, достаточно его плюс вставить в порт Turn Out, а плюс кнопки пульта в Turn In. При этом минусы замыкаются на массе. Поворотник включается и отключается нажатием кнопки. Аналогично подключается головной свет. Минус замыкается на массе. Для ближнего и дальнего света есть соответствующие порты. Свет включается и переключается на дальний нажатием кнопки, моргание кликом, выключается свет нажатием с задержкой. Таким образом, M-Unit позволяет полностью заменить систему управления оптикой, без дополнительных блоков и реле. Поворотники управляются кнопкой на левом и правом пульте. Аварийная сигнализация включается одновременным нажатием кнопок поворотников с задержкой. Свет управляется одной кнопкой вместо тумблера и курка. Сигнал подключается в соответствующий порт. Предусмотрены порты для датчиков тормозов. Для примера я их замкнул на минус, чтобы включить стоп-сигнал. Стартер также управляется через M-Unit. Управляющий плюс втягивающего реле вставляется в порт Start-Out, а кнопка пульта в Start-In. В момент пуска стартера M-Unit выключает все энергопотребляющие системы. Зажигание, блок управления двигателем и все остальные системы подключаются в порт AUX. Кнопка остановки двигателя в порт Config. M-Unit позволяет программировать чувствительность кнопок, яркость поворотников и алгоритм управления. Узнать подробную информацию и приобрести оборудование MotoGadget можно на сайте stantexclub.ru.